Губернатор недоволен сроками переселения из аварийных домов. Валерий Радаев уверен, что на это уходит слишком много времени и необходимо искать более эффективные подходы. Сегодня в регионе планируется переселить около 4000 человек из 168 аварийных домов. На реализацию первого этапа программы направлено свыше 1,5 миллиарда рублей. Министр строительства заверил, что первые переселенцы въедут в новые квартиры в декабре этого года. Тем не менее, глава региона считает, что сроки затянуты.